Наверное, никогда еще на Внуковском аэродроме не было так много цветов. Вот-вот должны прилететь мужественные полярники, проведшие больше года на научных дрейфующих станциях Северный полюс 3 и 4. Здесь и Папанин, Крентель, Водопьянов, ветераны освоения Арктики. До встречи остались секунды. Один за другим садятся самолеты. Вот они сходят на большую землю. Начальник дрейфующей станции Северный полюс 4 Толстиков. Начальник дрейфующей станции Северный полюс 3 Трешников. После суровых морозов сразу такие жаркие объятия. Все 49 полярников живы, здоровы и счастливы. Вот радист Курко. Гидролог из Веков. Душа кают-компании врач Волович. А это наши операторы, которые день за днем снимали работу дрейфующих станций, Евгений Яцун и Ефим Лазовский. Полярные исследователи выполнили трудное задание. С честью пронесли они над безмолвными просторами Арктики алое знамя советской Родины.